Вернуть матери ребенка. С таким лозунгом вышли на митинг жители поселка Новый Свет. Люди возмущены поступком Юрия Климова, который похитил сына у своей супруги. Мужчина объявлен в розыск. Однако жители поселка уверяют, правоохранители не спешат с поисками беглеца. В семейной драме разбиралась Анастасия Певная. В центре поселка Новый Свет собралось около полсотни человек. Люди требуют вернуть Светлане Климовой ее 10-месячного сына. Малыша похитил бывший супруг. Не отдает, несмотря на решение суда. Дети нашего поселка вернут матери ребенка. Жители поселка организовали ярмарку. Выручку отдадут Светлане, чтобы она наняла частного сыщика. Свои игрушки на продажу принесли дети. Ребенок приносит игрушку, потому что у ребенка нет денег, но он готов помочь матери вернуть ребенка. И он отдает свою любимую игрушку. Активисты, которые поддерживают Светлану, расклеили по городу стихотворение, посвященное матери. Так надеются привлечь внимание неравнодушных. Кроме того, готовят письмо к президенту с просьбой взять дело Климовых под личный контроль. Уважаемый наш президент Виктор Федорович, просим вас посодействовать справедливости, а также посодействовать в выполнении решения суда апелляционного Донецкого вернуть матери ребенка. Юрий Климов, скрывающийся от матери ребенка, в розыске. Однако местные жители убеждены, правоохранители ищут его недостаточно тщательно. Соседи говорят, видели мужчину в поселке. Недавно возле больницы, буквально неделю-две назад, сказали, что видели Тамару, это бабушка, мама Юры, и папу ребеночка видели возле больницы. Несмотря на такие заявления, в милицию никто из жителей поселка не обращался. До настоящего времени кто-либо из граждан, местные жители, в том числе района, с информацией о возможном местонахождении отца с ребенком ни в прокуратуру района, ни в милицию не обратился, таких сообщений не поступало. У нас выдвинуто несколько версий о возможных местах его нахождения. Они были выдвинуты на первичном этапе, проверено, не подтвердилось. Сейчас новые версии, которые проверяются. Соседи дома, в котором живут родители Юрия, уверяют, Климовы переезжают, они вывозят вещи. А ведь так найти малыша будет еще сложнее. Родственники объявленного в розыск на связь с журналистами не вышли. Не удалось их застать и на стройке нового дома. А вы не поживете хозяин? Он уехал сейчас с Арабешева на другой машине. Его здесь нет? Сотрудничать со следствием родные Юрия отказываются. Похитителю ребенка грозит штраф либо лишение свободы до 3 лет. Пожалуйста, Юра, ну подумайся, я тебя прошу. Верни мне моего сына, я его люблю, я его не вижу, мне плохо. Анастасия Певна, Игорь Монастырев, телеканал «Донбасс».